Дорогие девушки, с вами снова Камила Бутик. Сегодня мы в нашем магазине представим два продукта и сравним их по характеристикам. Это лосьоны для тела и крем-масла Body Butter. В двух ароматах представим. Аромат Aqua Kiss, маргаритка и фрезия, и Love Spell, персик и цветы вишни. Персик и цветы вишни сладкий, интересный, вкусный. Аромат номер один у Victoria's Secret и по продажам в США. Аромат Aqua Kiss очень популярен летом. Свежий, нежный, женственный, очень достойный. Рекомендуем попробовать. Два аромата совершенно разных. Так чем же отличаются все-таки лосьоны от бодибаттеров? И то идет средство по уходу за кожей. Это лосьоны крема. Лосьон, жидкое по текстуре молочко, вот с таким вот дозатором, объем 250 мл. Body Butter — это крем-масло для тела, плотный, очень хорошо впитывается. Масло летом, Body Butter от Victoria's Secret, идеален для локтей, пяточек, для грубых участков кожи. Многие салоны красоты берут это чудо-средство для завершения процедуры. То есть после обвертывания идет процедура с бодибаттером, которая смягчает кожу и делает ее просто идеальной. Надеемся, что наш видеообзор станет вам полезным для того, чтобы сделать свой выбор в пользу лосьона либо бодибаттера, крем-масла от Victoria's Secret. Подписывайтесь на наш канал, узнавайте о новом, радуйтесь вместе с нами. Хорошего вам лета. Ваш Камила Бутик.